На ТНФ разрабатывается стратегия развития нефтегазовых отраслей, подписываются важнейшие документы. Это не только внутренние взаимодействия, сотрудничество российских компаний, но и работа на международном уровне. На форум приедут делегации из Египта, Саудовской Аравии, Узбекистана, Кювейта, Белоруссии и Казахстана. В обсуждениях примут участие российские министры промышленности и энергетики Антон Алиханов и Сергей Цвилев. Тюмень на 4 дня станет столицей топливно-энергетической жизни России. Это и есть тот технологический хаб, который мы строим в масштабах страны, в масштабах мира, для того, чтобы компетенции обогащали, опыляли, что называется, друг друга. Поэтому это инвестиции, это и рабочие места, это работа с достойной заработной платой, потому что это все продукция с высокой добавленной стоимостью, это чистое импортозамещение. Компания «Газпромнефть» каждый год выступает стратегическим партнером форума, потому что ТНФ – площадка для представления новых технологий, инноваций, работы ассоциации «Нефтегазовый кластер». Мы в очередной раз ждем от этой площадки плодотворного и эффективного диалога, каких-то явных решений, которые в дальнейшем лягут в прям детальный план действий. И мы вот продолжим вот этими же заданными ранее темпами сближать заказчика технологий с непосредственными изготовителями того или иного оборудования, с разработчиками технологий. В этом году флагманская тема – цифровизация. На производстве она помогает снизить затраты, повысить эффективность. В планах день поставщика «Газпромнефти». Что компания планирует приобретать, какие необходимы технологии, чтобы стать более доступными для регионов. Круглые столы по водно-промышленным испытаниям новых и серийных технологий по условиям работы, комфортной среде в компании. Наши коллеги из «Газпромнефти», из ПАО «Газпромнефть», у них есть очень хороший слоган, который мне нравится – «Энергия в людях». И, наверное, вот этот слоган, он отражает подходы, сегодняшние подходы современных работодателей к подготовке кадров. И мы постарались молодежный день посвятить работе на площадке с молодежи, это студенты профильных вузов, колледжев. В то же время на этой же площадке будут работать и работодатели. ТНФ – это 4 дня полного погружения в передовые технологии российского тека. Это встреча топ-менеджеров более чем 700 компаний. Это свыше 10 тысяч участников. До ТНФ остаются считанные дни. Время пролетит незаметно. Анастасия Ломовцева, Кристина Олейникова, Ямал-1.